Уже миллионы лет, как природа находит решение для того, чтобы жизнь гармонично эволюционировала во всех экосистемах Земли. Такая эволюция происходит отчасти благодаря специфичным грибам, которые формируют микоризу. Однако сверхэксплуатация, неизбирательное использование химических удобрений, пестицидов, вкупе с другими негативными практиками, привели к деградации, загрязнению и опустыниванию наших сельскохозяйственных земель. Микоризы являются нашими ключевыми союзниками для того, чтобы восстановить естественное равновесие в почве, улучшить состояние растений и качество сельскохозяйственной продукции, при этом возвращая изначальный вкус плодов. Мы представляем вашему вниманию микоризы в геле. Микогель является первым гелем с чистейшей микоризой, которая совершила революцию в мировом сельском хозяйстве. С микогелем мы вносим в почву грибы, которые формируют микоризы. Попадая в почву, гриб ищет корень, чтобы прикрепиться. Между ними устанавливается благоприятный симбиоз. Таким образом формируется микориза, гриб, корень. Гриб прикрепляется к корню и начинает расти. Прорастая далее в почву, гриб поглощает воду и питательные вещества, которые недоступны для растений без микоризы. Таким образом формируется микоризосфера. Объем используемой микоризой почвы может достигать 3 метров на каждый сантиметр роста корня. С гелем достаточно 2 недель для того, чтобы гриб обосновался на корнях наших культур. Более того, микоризы значительно повышают самозащиту растений, обеспечивая дополнительную защиту от болезней и вредителей. Гель производится из натуральной микоризы, но в лабораторных условиях, инвитро и в соответствии со строгими научными протоколами, которые гарантируют отсутствие других микроорганизмов, которые могут быть патогенными. Протокол имеет патент Высшего совета по научным исследованиям Испании, который позволяет нам впервые содержать в живой форме проростки грибов в геле и достигать концентрации в 100 раз больше, чем в других составах. Состав гелей с мировым патентом полностью растворяется в воде без каких-либо остаточных количеств и имеет самые весомые сертификаты натурального и экологически чистого продукта. Чем больше деградация почв и неблагоприятные условия окружающей среды, тем скорее вы заметите благотворное влияние микоризы. Микогель способствует лучшему вегетативному развитию растения, которое растет сильным и более защищенным, достигая оптимального генетического развития каждого сорта. Все это приводит к восстановлению вкуса, усилению самозащиты, увеличению и продвижению продукции и, в конечном счете, к органическому, здоровому и технологическому решению. С гелем и революцией микоризы мы достигаем более естественного и устойчивого сельскохозяйственного производства и возвращаем истинный вкус плодов. Микогель. Революция микоризы.